пятницы и модники, ликуйте. Дом Ленинградской торговли стал настоящим оазисом красоты всего на один день. Более 80 брендов представляют здесь свои коллекции. Это различные лимитированные продукты, также одежда, обувь и ювелирные изделия. Я предлагаю отправиться в такую небольшую экскурсию по миру этой красоты и узнать у консультантов, что же сейчас модно носить и какой макияж актуален. Сейчас очень модно, это здоровая, гладкая кожа. И, соответственно, по максимуму нужно создать эффект здоровой, сияющей кожи. В этом сезоне актуальны очень естественные цвета. Это такие, как розовый цвет, холодные оттенки розового цвета, также теплые оттенки розового. Сейчас очень модно в этом сезоне кремовые текстуры. Они очень удобно наносятся, то есть на самом деле не нужны какие-то кисти дополнительные. Это все можно наносить руками. С косметикой мы разобрались, с основными модными тенденциями. А теперь перейдем к мужчинам, тоже не обделим их вниманием, и узнаем, что же модно носить молодым людям, и какая это должна быть одежда, какие цвета сейчас модны, и какие тренды актуальны. Модно сочетать, например, спортивные костюмы, сочетать с классическим стилем. Так можно олимпийки носить под костюмами, также пиджаки можно сочетать со спортивными штанами. Также модно то, что не модно. Можно сказать, что вся мода, она сейчас берется с улиц. Есть какие-то основные, допустим, там три цвета, которые обязательно должны быть в гардеробе любого модника? Красный, небесно такой голубой, ну и опять же черный, бежевый. Вот такой леопардовый принт, я думаю, что есть у каждой модницы в гардеробе, но эта тенденция уже все-таки отходит на второй план. А о том, во что же одеваться девушкам этой осенью, какие цвета наиболее актуальны и что же должно быть в гардеробе у каждой модницы, нам расскажет стилист. В тренде пижамный стиль, то есть это все возможные элементы ночного, да, так называемого гардероба, которые плавно перетекают в повседневную жизнь. Это могут быть туники, халаты, обычные пижамы, но теперь мы это можем совершенно спокойно позволить себе носить в повседневной жизни. И, наверное, стоит коснуться цвета, потому что цвет в этом сезоне играет чуть ли не решающую роль. Сейчас все предпочтение дано каким-то винным оттенкам, то есть это цвет такой бургунди, насыщенный винный. Плюс элементы мужского гардероба сейчас превалируют в женском. Опять же, это всевозможные бабочки, галстуки. Тут мы тоже можем это видеть, какие-то клубные жилеты. В этом году дресс-код Vogue Fashion's Night Out — это пижамный стиль, такой актуальный в этом сезоне, как нам уже рассказала стилист. Вот можем даже видеть, как здесь гимнастки в пижамах выступают. Многие также пришли сюда в таких необычных пижамных костюмах. Это событие проходит ежегодно, каждую ночь, один раз в году. Все жители города могут познакомиться с модными тенденциями, ну и приобрести те самые новинки.